Уже давно на портале госуслуг можно подать заявление в различные органы государственной власти или записаться на прием. Для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте госуслуги, подать заявку на выбранное вами регистрационное действие, там уже на удобный вам день и время. То есть на это время подаете заявку, затем ведомство выставляет вам счет об оплате, вы оплачиваете все уже со скидкой. И приходите к нам в назначенное время. За январь в Великоустюгском районе порядка 30 человек воспользовались этой услугой. Среди них устюжанка Светлана Культяпова. Не так давно приобрела транспортное средство, пришла его зарегистрировать и получить госномера. Очень удобно, говорит девушка, так бы пришлось стоять в очереди неопределенное количество времени. Зашла на сайт госуслуг, написала заявление, записалась на сегодняшний день, выбрала время для меня удобное. И оплатила госпошлину со скидкой 30%. Отметим также, что на сегодняшний день на портале госуслуг есть возможность оплатить госпошлины для государственной регистрации и расторжения брака. Юрий Воронин, Антон Карев, новости провинции.